На сессии сначала торжественно прекращают полномочия прежнего главы Андрея Шишацкого. Исполняющий обязанности руководителя областного совета Андрей Федорук вручает нынешнему губернатору цветы. Именно он, тезка, главный претендент на пост председателя областного совета. Андрей Федорук – бывший военный и юрист по образованию. Работал в корпорации сына президента Александра Януковича. В облсовете заместитель председателя с ноября 2010-го. 43-летний кандидат оглашает свою программу. В приоритете экология, развитие высоких технологий и реформа местного самоуправления. Особое внимание обещает уделять жителям села, обеспечить им такой же уровень жизни, как и горожанам. В областном совете очень много проектов находится по газификации, водоснабжению сел и поселков. То есть, конечно же, в первую очередь рассматриваются те, где этих благ нету. Вот. И я думаю, что мы совместно с громадами будем решать вот эти вопросы. Депутаты слушают отдельно и поддерживают репликами, голосуют полчаса, выбирают большинством. Из 132 народных избранников 124 за, 5 против, 2 воздержались. Василий Балабанов кандидатуру Андрея Федорука поддержал. Он депутат уже четвертый созыв, работал и с нынешним президентом, и с Анатолием Близнюком. Уверен, кандидат на пост с обязанностями справится, поскольку эрудирован и компетентен. У Андрея Михайловича есть все. Я думаю, что на мой взгляд, пусть мне простит, что я думаю, что немножко жесткости требовательности. И все получится, я уверен в этом. Для своего же Володарского района, где руководит, ожидает помощи в строительстве дорог и проведении воды. Своя в селах и поселках только техническая. У руководителей городов желания иные. Мэр Мариуполя, например, хочет в сотрудничестве с облсоветом улучшить состояние окружающей среды в городе. Как жители наши оценивают, они называют главной проблемой для города это вопрос охраны окружающей среды. Ну, вы сами можете судить. Два огромных медкомбината работают, аглофабрики, домины, сталеплавильное производство. Губернатор Андрей Шишацкий уверяет, с новым председателем облсовета знаком достаточно. В нем уверен. По его мнению, при новом руководителе обладминистрации и областной совет будут работать единой командой. Ну, я Андрея Михайловича знаю года два, а работал с ним плодотворно около года. Он был замом работающим, который всегда, если им что-то поручал, доводил до конца, глубоко вникал во все проблемы. А проблемы мы видим, в общем-то, одинаково. В первую очередь экологические, демографические, в том числе здрав. Как руководитель Андрей Федорук обещает быть самостоятельной фигурой. Деньги на проекты выделять, удостоверившись в результате. Если решения обладминистрации в комиссиях не понравятся, отправлять на доработку. Первым же шагом в новой должности, по словам главы облсовета, станет обеспечение городов и сел водой. Именно порывы и потери Андрей Федорук считает главной бедой региона. Для решения проблемы он пообещал улучшить техническое обеспечение компании «Вода Донбасса» и принять участие в очистке бассейна Северского Донца. Оксана Витер, Руслан Новиков, «Панорама».